В туристско-информационном центре на вокзале Воронеж-1 поздравили 2000-го пассажира экскурсионного ретро-состава «Графский поезд». Им стал Даниил Ефремов, который путешествовал по историческому маршруту Воронеж-Графская Рамонь с сыном Платоном. Он получил памятные подарки от пригородной компании «Черноземье» и историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Альденбургских». Экскурсионный проект «Графский поезд» на юго-восточной дороге запустили в августе 2021 года. На ретро-линии отремонтировали станции в стилистике начала прошлого века и организовали исторические экспозиции. Ну, у нас вот Платон, он очень сильно любит поезда, особенно вот эти паровозы всякие. Мы там живем сейчас, где больница электроника, а там же поезда их ходят. И каждый вечер выходим, смотрим поезда, каждому поезду махаем, нам отвечают, гудят и так далее. Поэтому это как бы все для Платона. Сегодня мы прорабатываем вопрос с заказчиком перевозок об увеличении составности до 2 вагонов, потому что уже на сегодняшний день у нас имеется более 5000 заявок от жителей Воронежской области. Данные проекты должны в большей степени заинтересовать жителей. Жители не только нашего региона, близлежащих регионов и так далее. Мы с сегодняшним мероприятием видим, что данная заинтересованность есть со стороны жителей. Со стороны правительства Воронежской области, безусловно, такие проекты мы будем поддерживать.